Привет, YouTube, привет. Поговорим сегодня немножко о лампах, а точнее о диммере. Это такое устройство, которое увеличивает или уменьшает яркость свечения лампы. Для чего это надо? Для того, чтобы, когда ты работаешь, вот я сейчас включил, практически глаза аж режет от света. Вот, чтобы можно было уменьшать яркость свечения и более комфортно работать. Вот у многих ребят, я так вот столкнулся уже, человека 4, есть лампы, которые не оборудованы диммерами. Ну, в данном случае вот у Женьковой лампы он встроенный сейчас, а сейчас все лампы днепродентовские, вот судя по видео, будут оборудованы диммером по умолчанию. Хотите вы того или не хотите, я считаю это очень правильно, очень удобно, потому что ребята вот в целях экономии покупали лампы без диммера, вы как бы мучаются, я считаю, портят свои глаза, это ни к чему. Вот. Ну и встал вопрос, где купить, как купить. Ну что, AliExpress и не только, наверное, вам в помощь. Вот, заходим на сайт AliExpress'а. Вот, набираем вот такую вот волшебную фразу, ну, LED ламп, диммер, и тут их куча. Вот, я и такими вот пользовался первоначально на лампах, и сейчас, если найду, покажу на старенькое. Еще цена их была там в пределах, 300 рублей, 250. Вот, я считаю, для удобства работы это очень нужно и очень важно, поэтому вот советую вам подобрать. Подбирают их, как правило, по мощности. Вот, сейчас я вернусь чуть назад. Вот, обратите внимание, вот, 166 рублей. До 8 ампер вполне подходит для лампочки, в которой там, допустим, 2-3 нитки по 30 сантиметров. Опять же, вы их не все включаете. Как правило, люди работают в одной там или в двух, вот, допустим, цветах. Есть ребята, сделали лампочки там снизу и сверху, допустим, вот по одной там холодного света, и вполне. То есть любой вот такой дешевенький диммер там за 100, 200, 300 рублей вам поможет. Вот. Поэтому как бы советую, и вот отвечаю на вопрос, где их взять. Ну, правда, может идти как бы и неделю, и две. Все зависит от того, как вам повезет. Вот. И я считаю еще раз, что диммер на LED-лампе это очень нужная и полезная штука. Ну и под видео будет вот такая ссылочка, вот, где это можно заказать, почитать и прочее. Стоит копейки, копейки практически. Вот, и у кого этого нету, можно дооборудовать. Все. Всем спасибо за внимание. Большое дополнение. Тут у меня старые лампочки мои, которые я тут мудрил, делал. Вот эта цветная переключалась с пульта. Я пультик сейчас покажу отдельно. Там у меня центральная вот эта вот нитка. Она переключается с вот такого вот пультика. Вот, разными цветами. Это я экспериментировал, пока не купил лампу. Вот. Еще один вот шедевр, так сказать, поначалу делал тоже, пока не купил. Вот это простая приспособа. Лампочка легенькая получалась. Вот включал, выключал нитки. А диммер вот такой вот китайозовский был. Вот на него нажимаешь. Тут 4 или 5 положений. Сначала возрастает, потом уменьшается. Опять же, китайский маленький вот такой блочок питания был. И в принципе все нормально работало. Все это стоит копеечки. Вот тут, как говорится,
много чего я пытался делать, пытался работать в линиях. У меня как бы не прижилось это. Хотя много ребят работают в линиях довольно успешно. Американцы этим очень часто пользуются, работают в линиях. Ну, вопрос не об этом. Вот такой вот, как вы видите, в руке он малюсенький, удобненький. Вот, и можно было работать прекрасно. Сейчас еще сниму вот к этому блочку. От него вот такой вот хоботок отходит. Это приемник, который воспринимает сигнал и переключает. То же самое демируется. Очень даже хорошо. Это, конечно, приблудочка подороже стоила. Где-то, ну, на тот момент, наверное, рублей 400, может, 450. Сейчас покажу пультик. Удобный, красивый. Вот он, этот пультик тоже. Вот. Вот он, диммер у него. Вот они, две клавиши. Как говорится, громче, тише, ярче или слабее. Включение, выключение. И вот так вот 3, 6, 9, 12, 15 цветов различных переключалось. Вот это вот какие-то моргалки и прочее. Это белый цвет. Вот такая вот приблуда. До сих пор она как бы в рабочем состоянии. Если надо, можно, как говорится, включить и работать. Ну, я работаю сейчас, пользуюсь лампами Днепродент. Вот, еще раз повторюсь, это очень удобно. Очень хорошо для освещения вот дефекта. Вот так сейчас нормально видно. А если включить вот так вот, оно аж глаза режет. И работать очень некомфортно, быстро глаза устают. Я думаю, вот ответил на вопрос, ребят, что, ребят, пользуйтесь. Стоит это копейки. Еще раз вот засвечу вам AliExpress. Набираете в поиске LED ламп диммер на английском языке. И все, и пожалуйста, листайте, тут много чего есть для диммирования именно светодиодов. И цена, еще раз повторюсь, вот самое первое, что попалось, бесплатная доставка, 166 рублей. Все, всем спасибо за внимание, пока-пока, удачи!